Всем привет, мои хорошие! Сегодня видео у нас про еду. Я забыла вам сказать, но правда у меня была другая тема, вот вечером в Лондоне. Значит, в Лондоне я зашла в кафе, который держат арабы, и они сделали очень вкусно. Я просто была очень голодной вечером, и был дождь, и я заскочила, и оказалось, что вот такое кафе. Вот, но очень вкусно приготовленная паста, Supreme Chicken паста. И я, конечно же, выведала у него рецепт. Но рецепт я выведала у него на второй день, когда я пришла второй день и попробовала другую пасту. Там другой рецепт немножко, лосось с грибами. Причем очень неожиданное такое сочетание. А вот это я вам хочу показать, как он мне рассказал и как я его делаю сегодня для нас, для всех. И, может быть, что получится. Посмотрим. Ингредиенты. Небольшое количество. Вот это называется... Chicken, cream of chicken суп, то есть это уже сконцентрированный такой суп, как крем, кремообразный, куриный. Вот у нас вот такое продается. Вот сюда буквально вот на такое количество пасты, причем паста свежая, очень вкусная. Я купила сегодня вот как раз свежая паста. И чтобы было это как бы как совсем небольшое количество, как крем. Еще добавляется, все не сделал сам у нас, как бы из всех ингредиентов, но сделал довольно много, примерно раза в три, чем больше, чем мне надо. Это чиз-соус. Чиз-соус, Сень, как ты делал? Молоко. Все делал на глаз, в общем. Тут очень трудно сказать, что сколько. В молоко добавляется кукурузная крупа, немного размешивается на огне, нагревается это и становится таким, как примерно как йогурт. И добавляется туда натертый сыр, и вместе вот это все размешивается вот так вот до такой консистенции. Кукурузная, что сказала, крупа? Да, мука. Мука. Кукурузная мука. Ну ладно, мука. Кормфлауэр. Вот. И это на это количество нам нужно примерно не больше, чем, в общем, где-то примерно 3 столовых ложки. То есть, чтобы соуса ощущение, чтобы не было такого, что вы едите соус. То есть соус вот этот, перемешку с этим с концентрированным супом, он как бы дает только, связывает вот эти все ингредиенты. Дальше пожаренные уже... это курица. Чуть я слова стала забывать, ребят, наверное, старее. Пожаренная курица, довольно мелко нарезанная. Отдельно они все готовят. Я его спросила, я говорю, а как вот вы, что у вас и то заказывает? Он говорит, все делается совершенно отдельно. Потом просто все это перемешивается, и получается блюдо. Все зависит от соуса, в общем. Вот. Это готовая курица. Здесь одна долька чеснока и буквально четвертинка лука репчатого, очень мелко порезано, все уже пожарено. Ни соли, ни перца, ничего здесь нет. И также я решила, у него была просто курица, а я решила добавить грибы. Грибы уже тоже пожаренные, слегка я тут постаралась, что-то, по-моему, с энтузиазмом, но ничего, это нормально. Это хуже не будет. Значит, теперь все это перемешано. Получилось, в общем-то, просто как вареное там с добавленным и немножечко, просто для связки. А вот этот соус, то здесь это не плавает все в соусе. Вот, вот эти арабы так и сказали, что говорит, самое главное, чтобы соуса не было, который капает. Потому что все, что говорит, вы делаете, вы едите соус, и он перебивает вкус основного блюда. В принципе, я думаю, правильно. Это гвоздь программы. Это, в общем-то, один из основных ингредиентов, без которого вот того вкуса желаемого не получается. Очень великая вещь. Значит, сколько здесь нужно? Сенька, подержи-ка телефон, а? Чтобы я это... Так, камера с этой стороны, палец не суй. Вот, чтобы я... Вот, сейчас будем смотреть. Не, поближе сделай. Поближе, чтобы... Значит, песто мы... Нужно не переборщить, наверное, тоже, я думаю. То есть у меня, видите, здесь вот... Получается. Так, не ту ложку я взяла. Сейчас. Мешать лучше всего вот этой. Вот, получается уже похожий у меня цвет и размер. Мой любимый цвет и размер. Значит, вот песто. Так, еще раз, что здесь? У нас 3 куриные грудки. Штук, наверное, 10 шампиньонов мелко покрошенных, пожаренных уже.
курица приготовленная, одна долька чеснока. Ой, вкусно пахнет. Чувствуешь, как пахнет? Песто дает, да? Чувствуешь, нет? Ага. Вот. И все. И уже потом. И вы знаете, вот это было вкуснее, чем в итальянском в том ресторане, в котором я была первый день, Фина. Вот. И здесь сейчас мы попробуем. Ты уж меня не показывай. Вы знаете, в общем-то, даже соли и не надо. Немножко перца. Каждый себе поперчит, посолит как надо. Все. Вкусно. Приятный очень такой вкус, хороший с песто получается. А главное, полезно, как сказала бы моя бабушка, царствие небесное. Ну все, дорогие мои, я все ингредиенты поставлю в список в описании. Пока! Все, что приготовлено с любовью, всегда полезно. А главное, вкусно. Ну да. Нет, главное, полезно моей бабушке было. Главное, полезно. Ну все, сейчас откроем пиво и шарахнем. Ага.